you touch my tra-la-la. Всем привет! Наконец-то ко мне приехала посылка с Пандао. Это первая посылка. Внутри у меня телефон от Xiaomi. Это, по-моему, либо Redmi 6A, либо Redmi 6. Но это первая посылка, и это самое главное. Хотя бы что-то с Пандао до меня дошло. Заказывал я много посылок, но вот пока пришла только одна. Смотрим! Слушайте, запаковали хорошо, даже не получается разорвать. Слушайте, что за пакет такой, смотрите. Я его даже разорвать не могу. Вот, вот он, телефонец. А смотрите, как плохо запаковали. Нету никакой пупырчатой этой обертки. Просто упаковали в пакет коробку и все. Слава богу, она тут сильно не помялась. Вот немножко уголок только здесь замят, потому что наша почта, видать, кидала. Вот это мне не понравилось. Упаковано плохо. Пандао упаковывает плохо товары. Почему так небрежно? Короче, это Redmi 6A. Redmi 6A 232. 232 Black 18 года выпуска, 11 месяц. Глобальная версия. Я посмотрел, сколько этот телефон мне обошелся с Пандао. Короче, он мне обошелся 3000. Да что это такое, блин? Как ее открыть-то, ёп... Ё-моё, ну что ж я за лох такой, не могу даже телефон распаковать. Ой, наконец-то. Короче, обошелся он мне 3952 рубля. Вдумайтесь только, даже меньше 4000 за Redmi 6A глобальную версию, и это еще причем не 2.16, не самое бюджетное, а 2.32. То есть это еще как бы считается, ну... довольно крутой версии, 32 гига. Вот он, кстати, смотрите, пришел тоже посмотреть, что я тут распаковываю. Дружок мой, передавай привет. Так, смотрим. Вот он, Redmi 6A. Redmi 6A в черном цвете. У меня уже такой был. Ну, это графитовый, наверное, цвет или угольный, как это называется. Наверное, все-таки угольный. А глобальная версия, все в наклеечках. Ну, собственно, все в идеале. Так же, как и с Алиэкспресса, так же, как и с магазина. Надо посмотреть, кстати, сколько такой телефон стоит у нас в России. Я знаю, что Redmi 6A в России в магазине стоит за 16 гигов версию, стоит 7500 за него просят. Это за 16 гигов. Соответственно, 32 гига, как у меня, а где-то будет стоить уже около 9, я думаю. А я взял за 3900. Ну, не сверх ли разум я? Я боялся, я, конечно, ссал, я не верил, что такие цены могут быть. Ну, потому что вы сами представляете, да? Вы все время покупали там по одной цене, а тут бац, какой-то новый магазин открывается, и там вам предлагают совершенно по другой цене. Естественно, у вас будет недоверие к этому магазину, как и у всех нормальных людей. И у меня было такое недоверие, но вот я все-таки решил на пробу взять сначала такие дешевенькие телефончики, а потом уже заказал себе дорогой Mi Mix 2S, который стоит 18к. Вчера я его заказал, мне уже дали трек-номер. Правда, трек-номер какой-то странный, начинается на буквы EX. У меня таких еще трек-номеров не было. И поэтому я не знаю, придет, не придет. Ну, комплектация здесь бедная, скудная. Здесь нет ни чехла дополнительного, ничего, ни наушников, только зарядка, только этот скрепка, чтобы открыть лоток под сим-карту, и кабель. Ну и еще вот документация. Коробочка сама маленькая, маленькая, маленькая. Вообще, Redmi 6A, он такой довольно скучный телефон, и по дизайну скучный, и про него ничего интересного не расскажешь, потому что здесь все очень бюджетно, здесь самый дешевый процессор, ну, один из самых дешевых, MediaTek, не Snapdragon даже. Здесь нет ни сканера, здесь нет ни камеры двойной, ну, то есть здесь ничего нет. Здесь есть только экран, здесь есть только там камера простая самая. То есть просто телефон для того, чтобы посидеть в интернете, ну, для каких-то минимальных задач. Но за 3900, это самое лучшее, что можно купить за 3900. Сейчас уже, я не знаю, они продаются на Алишке, ой, на Пандао, их уже все раскупили. Короче, еще плюс в том, что это не китайская версия, а глобальная, да, ну. О, на MIUI 9 еще работает, смотрите. MIUI 9, я уж думал, на MIUI 10 придет. А здесь до сих пор MIUI 9 стоит.
Вот. И первая посылка, что пришла, я доволен. Никаких... Ну вот единственное, я недоволен, да, что они плохо запаковали, и у меня вот здесь угол коробки замялся. То есть немножко некрасиво, и когда я буду этот телефон продавать, наверное, это не будет плюсом этого телефона, да, что коробочка такая замятая. Но за 3900, ребята, да я готов это стерпеть. Вот. Короче, я заказал еще два, по-моему, таких телефона. То есть это вот первый Redmi 6A. Потом должен прийти еще Redmi 6 обычный. И потом еще два Redmi 6A. Вот, я много заказал вот этих Redmi 6A, три телефона, потому что они хорошо продаются. Такие дешевенькие, простенькие телефоны. Особенно где-нибудь в провинции, если вы живете в маленьком городке, как я, где у людей не так много денег, где не такие большие зарплаты, как, допустим, в Москве. Вот такие телефоны здесь у большинства населения. Вот такие дешевые телефоны, простые. Поэтому они хорошо заходят. Про этот телефон что еще могу рассказать? Ну, самый обычный, я не знаю, самый обычный неприметный телефон. Но за свои деньги он неплох. За свои деньги он неплох. Я жду сейчас, когда мне придут остальные телефоны. Я заказывал еще Mi 8, помимо этих телефонов, да, я заказывал еще Mi 8 Lite, но мне кажется, он мне не придет. Там вообще трек-номер не отслеживается. А еще я вчера заказал Mi Mix 2S, вот, и он, короче, тоже мне дали какой-то левый трек-номер странный. Не знаю, придет, не придет, но я за него отвалил 18 тысяч. То есть, ни много ни мало, 18 тысяч, я считаю, что это... Это рискованный такой шаг, заказать Пандау на 18 тысяч, за 18 тысяч телефон. Ну, я доволен, что мне это пришло. Смотрите, какая ситуация. Я потратил на него, ну, примерно 4 тысячи. Там 3952, что ли. Продать я его смогу где-то тысяч за 6, я думаю, я его продам. Ну, потому что версия 232, то есть чистая прибыль. Получается около 2000, около 2000. Грубо говоря, купил за 4, продаю за 6. 2000 рублей. Ну, на эти деньги я могу себе оплатить интернет на 4 месяца вперед. Могу себе приобрести... Что могу себе приобрести на 2000 рублей? Да я не знаю, даже вопрос. А, могу себе приобрести какой-нибудь самый дешевый телефон, могу себе приобрести самый дешевый планшет на 2000 рублей. А могу просто сходить один раз в какой-нибудь ресторан или два раза. Ну, я по ресторанам не хожу, у нас даже здесь и нет ресторанов. Вообще неплохо. Если бы так каждый день бы они шли по такой цене, да, и я бы их продавал там за 6 тысяч, тогда вообще было бы шикарно. Но, естественно, эта лафа закончится. Вот, я настроил телефон, все работает, все нормально, камера. Скоро эта лафа закончится, и скоро не будет таких... распродаж на Пандау, скоро на Пандау будут абсолютно нормальные цены, такие же, как на AliExpress. Вот она, камера, все работает, могу даже сфотаться. Улыбочку. Так, вот она фотка. Вот она фотка. Так, ну вот такая вот фотка получилась. Дебильная немножко, дебильная. Вот, ну и в общем все работает, все нормально. Телефон свеженький, черный, нету, правда, никаких чехлов. Ну и без чехла он у меня продастся, тем более в таком черном цвете. Брал, кстати, я у продавца Xiaomi.ru, там была у него галочка, типа сертифицированный продавец, и мне почему-то так сразу в голове это раз щелкнуло, думаю, ну раз уж рисковать, то надо брать у хорошего продавца. Хоть какие-то шансы будут, что телефоны придут, потому что, ну, стоит галочка, вроде отзывы неплохие, я думаю, надо брать у него. И все телефоны свои практически я заказал у этого продавца, кроме одного. Один я заказал у какого-то левого продавца, это как раз Mi 8 Lite, и он мне, скорее всего, не придет, потому что трека нет. Точнее, трек есть, но он левый, он вообще не отслеживается в любой этот... На любой сайт его забиваешь, этот трек-номер, ни хрена, он пишет, что нифига не зарегистрирован первый раз, типа, этот трек-номер видим. Ну и, короче, фигня. Короче, придется мне, наверное, эти деньги возвращать. Ёлочка мне нравится, что новогоднее настроение подкатывает. Redmi 6A, ребят, тут пришло, представляете? Пришло, бац, и пришло, я вообще не ожидал. Я даже с этим поспорил, с мобил-телефоном, что если ему все придет, то я покрашу волосы в зеленый цвет, ярко-зеленый.
Короче, я сегодня видел у него историю. Историю в Инстаграме, у него уже один телефон вроде пришел, или несколько. Но он показывал в истории, что ему пришел красный OnePlus 6. Представляете? Ему пришел телефон дорогой, а мне пришел пока дешевый телефон. Вот, пишите в комментах, пришло вам что-нибудь с Пандао, заказывали вы что-нибудь с Пандао. Я понимаю, что сейчас, может быть, кто-то будет жалеть, что он не заказал в свое время на Пандао. Но вы можете сейчас заказать. Или, может быть, кто-то напишет, что это типа из-за того, что ты блогер, тебе отправили телефон, а нам, обычным людям, не отправят телефон, нас обманут. Я думаю, что это бред. Они не знали, что я блогер, я зарегистрировался. Ну, откуда они знали, что я блогер? Да и кому это надо, там, сидеть, вычислять, кто блогер? Не, мне кажется, это фигня. Просто надо как-то заказывать. Тут все дело в удаче, мне кажется. Может прийти, может не прийти. То есть нет 100% гарантии, что вам придет то, что вы заказали. Поэтому вы должны все делать на свой страх и риск. Естественно, не надо там бежать занимать деньги в какой-нибудь микрофинансовой организации, чтобы накупить телефонов и потом их реализовать с прибылью. Это, конечно, дурной план. Если у вас есть там лишние деньги, если вы хотите рискнуть и, может быть, перепродать потом этот телефон, либо себе купить, можете попробовать, что. Ну вот, мне пришло. Вот я говорю все как есть. Несколько телефонов заказал, вот первый сегодня пришел. Потом сниму еще, когда следующие придут. Так что я считаю, что, ну, это неплохо. Пандао, я не знаю, кто так расщедрился, Mail.ru или кто этот банкет весь оплачивает, кто эти скидки такие огромные дает. Но в любом случае тем людям я говорю спасибо. Спасибо, что я за 3900 купил себе Redmi 6A. И, кстати, если вы посмотрите на официальном сайте Xiaomi в Китае, то этот телефон в Китае стоит 599 юаней. Это за версию 2.16. А 599 юаней это примерно 6 тысяч рублей. То есть китаец, если он придет в магазин покупать себе вот этот телефон, китаец заплатит больше за этот телефон, чем я заплатил. Это где такое видано, я вообще не понимаю. Я заплатил 4, а китаец заплатит 6. То есть вообще какой-то вынос мозга у меня. Интересная ситуация, да? Казалось бы, китаец покупает в Китае произведенный в Китае товар. Я россиянин, покупаю произведенный в Китае товар, нужно еще оплатить доставку, и у меня получается дешевле, чем китаец покупает у себя в стране. Ну вот это просто вынос мозга. Короче, кто хочет заняться перепродажей, не покупайте какие-то супердорогие устройства. Народ сейчас не богатый. И это очень печально. У народа все меньше и меньше денег. Если вы хотите заняться какой-то перепродажей устройств, то берите что-нибудь подешевле. Но не скатывайтесь уж в откровенное дно. Не надо брать там телефоны, вот эти самые конченые, хомтомы дешевые, там по 50 баксов, по 60, которые еще на старом Mediatek 6580, который там с одним гигом оперативки, без LTE даже. Ну это просто днище, у вас его даже никто и не будет покупать. А вот Xiaomi какой-нибудь дешевенький, какой-нибудь Meizu дешевенький, какой-нибудь Honor дешевенький. Это все-таки бренды, у людей есть к ним доверие, поэтому вот именно такие телефоны для перепродажи можно взять. Да вообще Redmi 6A классный телефон, не знаю. Экран классный, вообще такой симпатичный, няшный, знаете, детский такой, удобный. Если надоело пользоваться большими лопатами, можно себе прям купить, как в качестве второго. Раз его с собой куда-нибудь кинул, достал, там, позвонил, он маленький, компактный такой прям, вообще няшный телефон. Вот. Ну и к тому же 32 гига. Вполне хватит. А еще здесь какой прикол, здесь два лотка, короче. Обычно один лоток у телефонов, да, куда можно вставить там две сим-карты и флешку. А здесь два лотка. Один лоток вы можете установить одну сим-карту и флешку, а во второй лоток еще одну сим-карту. То есть вот странно сделали. Вот такие вот дела. Redmi 6A. Все, наверное, буду заканчивать это видео. Всех вас с наступающим Новым годом. Желаю вам в новом году хороших телефонов. Желаю вам в новом году, чтобы вы не болели. Желаю вам в новом году, чтобы вы хорошо учились, чтобы не было никаких проблем с учебой, с экзаменами. Кто там студенты, может быть, кто-то сдает ОГЭ, ЕГЭ, как они там называются сейчас. Я раньше сдавал ГИА, это называлось. Ну, в общем, всего самого наилучшего. Радуйте своих там родителей, не давайте им повода беспокоиться за вас.
И, в общем-то, наверное, буду заканчивать. Не пейте, не курите, бросайте вредные привычки. Но это я уже скатился в какую-то эту... Поздравления. Тема ролика не такова. Тема ролика такова, что я сегодня праздную первую мою посылочку с Пандао. Вот Пандао, вообще, вот от души. Пандао от души. Конечно, не хотелось бы мне, чтобы пришло все Евгению с канала Мобил Телефон. Ему-то, конечно, хочется. Ему хочется получить эти все товары, которые он заказал. Он там реально, если он все получит, то он столько денег сэкономит. Он там заказал больше, чем на 100 тысяч. И он потом, если это все реализует, перепродаст, у него там выйдет, ну, минимум 150, я думаю. То есть он 50 тысяч по-любому заработает со всех этих операций. Я-то по мелочи заказал, ну, я, может, там со всех телефонов, может, 10 тысяч наскребу прибыли. Да и то я не уверен, сейчас тоже все на Новый год все потратят, все баблишко, и вообще люди будут без денег сидеть. Ну, хотя хз, я не знаю, может быть, кто-то и купит. Вот, ну, короче, о чем это я? Если ему все придет, то я крашу волосы в зеленый цвет, пока ему пришел, там несколько телефонов пришло. Вот, и все. И все. Может быть, сейчас пойду еще что-нибудь дешевенькое закажу, может, какие-нибудь часики закажу с Пандао, или, может быть, какие-нибудь чехлы для телефонов. Вчера я заказал себе Mi Mix 2S, я думаю, вы это видели. Обошелся он мне в 18 тысяч. Белый. Вот хотел черный, и черный закончился. Белый. Вот. Короче, на этом будем точно заканчивать. Я уже что-то заговорился. Я могу так говорить и час, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять, и одиннадцать, и двенадцать, и тринадцать, и четырнадцать, и пятнадцать, и шестнадцать, и семнадцать, и восемнадцать, и девятнадцать, и двадцать, и двадцать один, и двадцать два, и двадцать три, и двадцать четыре, и двадцать пять, и двадцать шесть, и двадцать семь, и двадцать восемь, и двадцать девять, и тридцать, и тридцать один, и тридцать два, и тридцать три, и тридцать четыре, и тридцать пять, и тридцать шесть, и тридцать семь, и тридцать восемь, и тридцать девять, и сорок. И 41, и 42, и 43, и 44, и 45, и 46, и 47, и 48, и 49, и 50. И 51, и 52, и 53, и 54, и 55, и 56, и 57, и 58, и 59, и 60. И 61, и 62, и 63, и 64, и 66, и 68. Короче, все. Всем пока, всем удачи. Я надеюсь, что если вы заказывали с Пандао, то вам тоже все придет. Я прям за это переживаю. Мне прям это действительно очень... Хочется, чтобы все получили новогоднее настроение, чтобы все получили какой-то положительный, как сказать, опыт от этого Пандао, чтобы все получили удовольствие, чтобы все были счастливы под Новый год, чтобы у всех все их желания сбылись. Вот. Ну и вот. Ну и, короче, вот симпатичные какие вот у меня тут игрушечки. Видите, как елка наряжена по-царски, да? Тут золото, все в золоте, все в серебре. Ну и, короче, тут даже шишки есть. На Новый год я хотел бы себе золотые роликсы какие-нибудь. Ну, это, конечно, такое желание нереальное. Плюс я бы хотел себе еще золотую четырку. Я бы хотел себе свою машину, свою четырку, я бы хотел обтянуть в золотую пленку. Как у Давидыча была золотая X5M. В золотой пленке. Я бы хотел свою четырку тоже обернуть в золотую пленку. Но это дорого. Это стоит примерно 1050, наверное, будет стоить. То есть это как половина машины. Это бессмысленно. Но я бы хотел, чтобы я ездил на золотой четырке. И чтобы все смотрели на меня, как я езжу, и золотые роликсы. И вот тогда жизнь удалась, и можно уже, короче, это, кайфовать. Ну, вообще, я кайфарик по жизни. Так что все будет в ништях. Умею кайфовать. Короче, ребята, давайте с вами закончим тем, что Пандао меня не обманули с этим телефоном. Не знаю, как будет с другими телефонами, но с Redmi 6A меня не обманули. Вы видите, что он пришел. Это действительно посылка с Пандао, не с Алиэкспресса, не с какого-то там Тимола, ниоткуда. Это с Пандао. Причем, я много отзывов смотрел о Пандао, что они всем почему-то отправляют вот таких вот хиленьких пакетиков. То есть они никак посылку не защищают. Почему так, Пандао? Если кто-то смотрит из Пандао, ну потратьтесь вы уже 50 рублей на какую-нибудь оберточную эту херню, чтобы посылка у меня никак не сломалась, не повредилась при транспортировке. Вот это что такое? Вот это что? Я 3900 заплатил, чтобы вы мне вот эту прислали херню, я этот телефон сейчас не продам из-за этого. Короче, всем peace.
Ставьте лайки, подписывайтесь. Пандао еще пока скидки дает. Может быть, сейчас что-нибудь закажу. Еще вроде как на Рождество будут скидки. Но это пока вилами на воде писано, пока это не ясно. Пока это неизвестно, но я думаю, что что-нибудь один Рождество еще сделают. И, может быть, еще что-нибудь закажу. Но очень быстро разбирают интересные варианты. Буквально вчера я хотел себе купить еще Xiaomi Mi 8 Pro. Был вчера. И он был вчера несколько часов. Потом, когда я положил деньги на карточку, я хотел купить его. Но его разобрали. И мне пришлось брать Mi Mix 2S. Представляете, как быстро? Вообще быстро. И причем вчера там еще был по хорошей цене OnePlus 6T 8 128. Он стоил 23 тысячи. За 8 128. Это вообще капец. Он стоить должен 1040, а он стоил 23. И я тоже думал его взять, но он тоже исчез. Его тоже распродали. То есть быстро-быстро уходят все вот эти интересные варианты. Так что надо быстро все брать, если вы хотите. Ну, короче, вы, думаю, сами разберетесь. Я уже заговорился. Давайте, чао, всем пока. Всем удачи.